Здравствуйте, мои дорогие. Я приготовил две банки трехлитровые. Закатал замечательного виноградного сока. На вид он получился весьма очень вкусный. Очень колоритный. Концентрированный, я его так назвал. Я добавил по одному стакану сахара в каждую банку. Я надеюсь, он будет стоять, ну, столько, сколько мне понадобится. Вот такие вот две кастрюли, еще не остыло. На дне еще осталось, но это уже так. Можно сцедить и попить с кувшинчиком. Очень вкусный, концентрированный. Я его пока не разбавлял, но попробуем, что он себя представляет. Наверное, у меня губы краснеют, потому что он очень-очень концентрированный и красный. Пятна после него отмываться не хотят. Может, если средством попробовать. Ну вот, жмых я сразу убрал, оставив чистый виноградный сок. Очень классно. Фамилия вам добра и любви. Вот такой вот я интересный человек. Взял и закатал. Потом можно пить и наслаждаться. Пока-пока. До скорых встреч.